Красавчик! Как накурился, пачку прям за 2 часа сдолбил. Утром встал, мне так хуёво было. Я такой лежу, такой думаю, бля, что бросать? Алкоголь или сигареты, нахуй? Я бросил сигареты. В листы заведут. Вот, и всё. Месяц было прям вот... Да и компания откинется. Прям месяц меня конаёбило, понял, бля? Я срывался, и никаких таблеток, ничего нету. А потом, блядь, увлекся делом, короче, работой, и нахуй не нужны сигареты. Что, давай, бля, аккуратненько туда. Вот это, здесь, рядышком. Да, конечно, иди с Саней. Поехали тогда. Нормально, давай! Thank you.
подразгрести чуть надо. Критику люблю, не люблю, когда под руку говорят. Ты стоял вот по направлению, причем тут под руку? Вот, на, ёпты, блядь, на! На, вот на этой резине попробуй здесь свои вот эти все догадки расскажи. На! Во-первых, не могу ездить. Все, тогда ничего не говори, пожалуйста. Я тогда сразу предупреждаю, что, блядь, я, если в случае чего, не ручаюсь. Прямо. Помочь, Сань? Нет. Ладно, позовешь. А? Резину перекинь. Да, сейчас по-быстрому. Алё, куда мы проедем, пойдём? Сейчас, сейчас, ребята, чуть-чуть терпения. Нам ещё остальные ждут. Это мы. Привет подписчикам. Не даёт нормально поэндурить. Нахуй, объезжай, ёпты! Чё за прав, меня заебись тут, объезжай! Thank you.
сука, блядь. Макс, вот видишь, перестал советовать, сразу получаться начало. Опа, красиво. Ну ёпи, ну что ты, блядь, прям на тропу на самом деле. Чё, вот так я катался здесь, вниз вверх, смотри. А? Вот прям вот так в лоб я ее ехал. Где? А, вот так прям. Я пробовал. Она едется летом отлично. Поэтому это надо убрать. Вот. Нахуй. У него там гвозди вот такие, блядь, как в спидвее. А он что, на гвозде? Да. А ты думаешь, что он так бодро едет? Все, заново начинай. Да уходим, мы уходим. Парни, смотрите, вот здесь все нахуй слизано, вот сюда надо вставать, тогда есть шанс выбраться. Когда ему подсказываешь, он шлет всех нахуй. Да-да, я всех нахуй посылаю. Советчик, ё-моё, Александр. Надо еще раз ниже пробовать, но ты понимаешь? 100%. Но. Я советую попробовать. Резину поменяем тебе, блядь, стопудово. Дим! Чуть выше, там, да? Это так легко и просто. Вот сюда. Вот здесь уже все. Вот сюда. А. Че? Горит камера, снимай. Я знаю, что я снимаю. Ну специально там этого, чтобы, блядь, потроллить потом. Никого я не троллю, я просто выкладываю как есть. Поехали, сейчас. Нет. У меня супруга все. Купи мне мотоцикл. Колесо на полку ставь, не слизывай нахуй. Пиздец, там потом вообще невозможно ехать. Ну, такой вот такой. По-моему, выгодный вариант. Димон, а тут она вообще лучше, когда хода. Вот, блядь.
Вот ты спрашивал, Кенда. Вот она едет. Ты посмотри, иди на колесо, на какое нахуй. На какое? На мое и на Женькино колесо посмотри. Я без проблем вообще заехал. А Женькина там лысая, блядь. Вот она закарабкивается. Варили тоже есть, пока не шипит. Я к тому, что здесь сам компаунд работает. А не шипы. А? На гвоздях, на таких, на ебучих, там накрутил саморезов или что там, хуй знает. Конечно, он должен. Это, можешь пробовать заново, отсюда не пойдешь. Нет, так, там, вот так он не пойдет, я хочу как-нибудь вырулить отсюда. Ну ты толкать будешь, у тебя жопа вот так будет съезжать все время. Я хочу вот сюда по жопу поставить. Давай. Сейчас. Габайты уже это, тяжелые, что там, контенты, что-то будет, нет? Не надо тяжелого, что вы, блядь? А? Не надо, что, что вы начинаете? Кстати, та часть вообще так прям легко. Красавчик! А так тогда заезжается, когда по суше, спокойно. Так. Это понятно, а ты-то что на новую резину спрашиваешь? Хорошо делает. Нет, там, отсюда. Ну это полумощно. А, хотя ты же тоже на нормальной резине. Нормально. А? Я переднюю поменял. Перед поменял? Что, разница есть? Я бы на то не поднялся бы. Вообще, она буксует сразу. А это грязь держит. А ты вон там заезжал? Вот я чуть, я вот это первый мой след, вот этот. А второй вот этот. Вот если заднее колесо у тебя в том разрытом будет, тогда уже все, выезжаешь. Так, а я откуда, значит, на эту полку перейду? А там сыро. Да, да. Вот, прям в эту дырочку ныряй. И все. А ты на нем не умеешь этого? Давай помогу. Так не, тут можно же еще, смотри, вот там чуть. Пробуй дальше, да. Только сядь на него. Вот так пробуй сюда. Ну ты, блядь, он у тебя соскользнет, пока ты это нахуй. Вот, видишь, и уехал от камня. Таким с рывком, попробуй с рывком с таким. Я сейчас снизу попробую. Нам не хватает. А вообще, если у тебя хорошо, смотри, по листве идет, вот я вот так ебашил ее, только по суше было. А-а-а! Блять, он сейчас полку всю сажает. Эу! Не делай так, блять, колесо поставь! Нахуй ты полку всю сейчас разъебешь, блядь. Красавчик, давай, давай, давай. Давай, все нормально, все нормально. Давай, 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 давай. Если у тебя колесо уехало за полку, ты его обратно ставь, ты обратно не запихаешь, оно у тебя просто полку всю сточит и все. И мы потом все тут хуй сосать будем. Аккуратненько. Ебал, блядь. Вы так тут провозитесь, надо было ехать дальше вам, чтобы не стоять. Так сейчас Димона затащим. Кстати, да, следи за полкой.
Садись лопату поесть. Да, да, лопату надо нахуй поесть. Вот красавчик, Я видел, видел. Парни, девочки, поехали, кто заехал. Ребята большие, разберутся тут сами. Вот это значит, как у тебя там, Митас Кенда Супер Кнарли, блядь? Нихуя себе. Да, бля. Стой, подожди, не уезжай. Супер софт. Супер софт. Ебанул он тут, да, четко нахуй. Я уже отбегаю, думаю, ну все, надо валить. Он просто пилит гору и едет. На корнях зацеп. Корень надо. Жень, не надо таскать мотики чужие, тем более. Какой ты злой. Женя хочет помочь, Женя, не помогай. Так завел бы ты его уже. Он такой, нет-нет, держака, хуяк, блядь. Пиздец, у него зацепа нету, потом как даст, блядь. На камнях буксует, блядь. Понятное дело, блядь. Ну, что, шипы, я делал, это, да? Наругался за полку, сразу заехал. Да-да, наругался за полку, сразу заехал, да. Не ломайте, парни, полки, блядь. Мы ж потом охуеваем. Ну там бы ее, конечно, не хватает, слишком маленький разгон. Помнишь, мы раньше с поворота и прямо вот так вот. Да у тебя живого веса, ё-моё. Разгонялись. Ты сейчас его пригрузишь и все. Вот так вот, блядь. В кроссовках парни делают вещи. Не грузишь мотоцикл. Не грузишь мотоцикл. Такое не грузишь. Нет. Слышь, я говорю, кто-то недавно здесь катался. Видел? Так видел? Это Димон. А, да? На шипах. На шипах? У тебя тоже шипы, что ли? А? Тоже шипы? Парил, да. И что, не понравилось? Я фиксировал переднее колесо. Да, да. Вообще, вот это прям... Так там такого напиленного, знаешь сколько? Да? Ага. А что получается? Поехали наверх. Какую ленточку? Это... Чё? Вот сюда, может, там рядом. Yeah.
все скиллы, блядь, растерял. Да ебаный рот, блядь. Пиздец. Ебать там парня нахуй. Да что-то, сука, не идет нахуй. А я думаю, что за тишина такая? А что, ты до верха доехал? Да. А там дальше только еще два бревна вот таких не очень, по-моему, удобно сидеть. Поехали, я тебе покажу там одну штуку веселую. Yeah.
Прямо вон туда. Сюда. Макс, давай чуть правее спускайся. Ну, сюда спускайся и правее, там есть такая пулялку мы сделали. Да я ее рот ебал. О, смотри, Женька забралась. Ого, я в тумане, ёжик. Есть. Thank you.
Уперлась. Плохая палка. Ну-ну-ну, еще чуть-чуть. Вот смотри. А, ну ладно. Нормально, нормально, ты стартанешь отсюда, Жень, не трогай его. Все хорошо у тебя. Просто ровненько держи его и все. Ну ты молодцом вообще. Ну, заебался. Что, тут хуйня осталась? Да-да, тут хуйня. Ладно, а тут бугорочек вылезти и все. Жень, поехали, а! Ногами ходишь, зачем? Да мне не достать! Тебе не надо доставать, тебе ехать надо! Нахер, ух ты ж, блядь! А там ругается.
где лица нет. Сколько можно вас ждать? Ну, бля. Это мы, что это он, Виталик? Ну, по камням ему тяжело на шипах, конечно. Пиздец. Там вот так и вот так, блядь. Бля, такое бревно убрали, а? Ой-ой-ой-ой-ой. А так по тропе нормально, да? Тропа есть, есть? Смотри, смотри, что делать, блядь. Взяли у меня ключи, блядь, по всей распределению. Раздербанили, да, нахуй? Сумку подербанили, смотри, блядь, ебать, чинится. Эти, блядь, парни могут, нахуй. Да, что там, прокладок, что, да? Что да. Надо еще говори? Рожковый там, что там, головки есть, все есть. Ебать, это там же тигра и грузит, здесь, нахуй. Это, патрубки есть тоже у меня с собой, два штуки, если что, вожу. Мне надо. Кому надо? На, бери. Следы, смотрите наши. Следы, смотрите наши. А вы что, вниз? А мы сейчас Витю зацепим и обратно. Витя скажет, ебать, блядь. Да, да, да. Все, давай, собирайся. Подожди, меня затянуть надо. Пошли, это вот этот один боковой. А вот этот маленький. Я вот здесь подпился и поднялся, Тань. Запалка меня, блядь, тревожит, нахуй. Земля такая рыхлая, прям кайф. Не сыпуха, а такая сыренькая, прям держачок, блядь. И не скользкая. Бля.
подъем. Этот? Да. Да. Еще раз.